Привет, Лойка. Я сегодня в зеленом. Я хотел в зеленом. Че, тоже в зеленом. Чего у тебя там соков так полно? Когда почту забирал, спасибо. Ручка дрожит. Вечка, зайка. Голова в эту сторону, а дрожит. Ай, какая! Зая тут прям. Не надо. Смотрите, какое разнообразие булочек. Тут вообще повесится много. Красота какая. Ехали сюда, но тут, видимо, занято. Там прям пикник. Да, лучше? Печаль. Просто в Бустарарик поехали. Вчера хотела для вас, чтобы кто-то хлебал. Ну, ты даже меня не поставил жарить. Начнем все там. Собираются все. А машин много. Уже такая пробка. Все, с вокзала все идут. Полицаи. Это они там перекрыли или они просто стоят тоже на перекрестке? Все в булочной. Наверное, булочной сегодня просто вообще... Идут на карнавал, народа дофига. Из-за этого пробки. Сделать посуду на кран. Вон, смотри, какой. Пришли в клинику на прием долголечный. Да, какая кухня тут, а? Это микроволновка, наверное. Печка. Да. Печка. Ага. Да, туда надо разогревать, ставить продукты. Ага. Угу.
Вот себе такую кухню бы готовил там, наверное, да, днями. Воды. Да, стучал бы по посуде. Вот так вот надо, да? И включи, на кнопочки нажми, чтобы включилось у тебя. Ага, правильно. Смотри, нагревается уже. Ой, какой Луис молодец. Обед готовит. Посылка тебе пришла, да? Да. О. Папа дядя. Да. Папа дядя. Папа принес. Да. Какой дядя? Давай откроем. Смотри, United Kingdom. Атами. Долгожданная. Кто это? О! Давай. Ой, кто это? Кто это? Да, отходи. Да. Бумага, убирай. Ну, давай, доставай. Любите распаковывать. Кто это? О. Бумажка. Мусор это. Кто это? Ну, не наваливайся, коробку-то не ломай. Витамин С это. Пришел. Это шампунь. Ага. Шампунь. Открыть надо? Что это? Пузырёк. Что? Шампунь. Что? Да, в ванну надо отнести. Отнесёшь? Так, это у нас пришло гранатовая программа. Вот. Зубные пасты. Зря я зубную пасту купила, да? Это крем для рук, он 4 штуки. А что ты не поставил в ванне? Ты же ванну унес. Иди на стульчик там поставь в ванне. Да, мне тоже так кажется, бедненький. Что это? Доставай, смотри. Ой, смотри, они нам прислали сумку. Вау, это на 2 года хватит. Сколько? Я говорю, зря я купила зубную пасту. Что это? Зубная паста. Да. Спасибо. Это я тебе под подушку поставлю. Кладовку надо. Витамин С. Вот это же еще дорожные наборы пришли. Да? А, это план, да? Мастер. Покойный. Хочешь посмотреть? Крем для рук. Там мы все составим. Что? Пришла посылочка, наконец. От родителей. Ой. Пандемия закончилась. Красота, красота в Лакиновой пижамке. О, мешочек для теста. Здесь вот что. Маски от Ами. Штанишки для Луки на покупке. Носочки для Луки на покупке. Какой классный! Смотрите, какая прелесть! Блин, какой классный! Тут всякие
Это блидон для меня. Бойся. Да пойдем. Пойдем. Иди сюда, давай лапку. Пойдем. Смотри. Смотри. Кто это? Кто это? Смотри. Иди смотри. Смотри, это кто? Смотри, кто это? Поезд. Ребенок еще не проснулся. Да? Давай, погружай. Привет, моя хорошая. Ну что, возвращаюсь? Возвращаюсь на канал. Молчала все эти дни, потому что шок, непонимание. Зачем, почему, да как? Или вообще не было сил ни снимать, ни выкладывать что-то. И не было понимания, зачем делать какой-то развлекательный контент, когда такое происходит.